Тем временем пилота уже встали на свои места. У нас будут сейчас загораться огни, да, у кивота уже хорошая ТВ-камера, так что все хорошо. Гаснут огни, болиды срываются с места. И такое чувство, что все-таки Александр Мишанин получше стартовал, чем Роман Гракун. Но, может быть, будет Рома нырять, и он это делает с внутренней траектории. Но теперь внутренняя траектория будет у Александра Мишанина. Но Александр Мишанин все-таки не пытается сильно рисковать. Пытаться будет перекрестить. У нас Ярослав Поленяк, что он сейчас и делает. А Константин Лукин тоже не дремлет. Пытается все-таки быть очень близко к Ярославу Поленяку. Если будут Да, говори. Да, лучше договори, давай договори. Если будут какие-то проблемы у этих ребят, то, конечно же, Константин будет пытаться этим воспользоваться. Все-таки в личном зачете Константин тоже у нас еще эта позиция. После мастодонтов Александра Мишарина, Ярослава Поленяка и Тимура Зинкевича, Константин идет на четвертую позицию в личном зачете. Это довольно-таки круто. Ними 0,2. А Константин Лукин прошел, кстати, Ярослава Поленяка. Видим, может быть, да, какие-то есть. Да, я про это же тебе и говорю. И Михаил Деев прошел сейчас Анатолия Савицкого. Сзади них борется Ярослав Поленяк и пытается отыграть место у Константина Лукина, который у него все-таки отобрал за последние два круга. И там очень жесткая борьба. Контакт. Такое чувство, что какие-то проблемы у Михаила Деева. Да, скорее всего, потому что он просто-напросто сейчас пропускает болиды все. Может быть, все-таки было столкновение во время борьбы с Анатолием Савицким, потому что... Какая-то карма внутри него есть, что не везет ему. Надеюсь, в этой гонке он доберется до финиша в очках. Я открою, так сказать, свой счет, потому что Вильямсу тоже нужно помогать в кубке конструкторов, и Александр не может тянуть его, так сказать, на себе одном. Да, тут у нас все-таки борьба за четвертую строчку. Очень хорошая борьба между пилотами. Друг друга они обгоняют каждый круг, и пока что все-таки Константин Лукин одерживает верх в этой победе, но все-таки прошло 8 кругов, у нас дистанция 36 кругов, то есть... У нас Дмитрия Сидникова, а тем временем Константин Лукина прошел Ярослав Поленяк. Ну, Константин пытается контратаковать. У нас Ярослава Поленяка и пытается он пройти на второй зоне ДРС. Ну, пока что нет. Получается. Может быть, что-то попытается делать на торможение, но, как я говорю, это довольно-таки сложно. Между ними, и, по-моему, такое чувство, что все-таки у нас лучше вышел, хотел сказать, Ярослав Поленяк, и да, он лучше вышел, из-за этого еще в них клинился у нас Тимур Зинкевич, тут очень большая борьба, и такая, что тройная борьба у нас будет в ряд, и кто же все-таки победит в этой борьбе, будем смотреть. Кто окажется стальнее, и... Да. Мы втроем делаем первый поворот. Место резко первое. И... все-таки у нас, получается, Тимур Зинкевич прошел их двоих. И... Да, у нас теперь все-таки Константин Лукин просит пытаться будет пройти у нас... то есть наоборот, Ярослав Погребняк пытается... Да, Константин Лукина, и это может быть все-таки проблема с аэродинамикой.
и были у того же Михаила Дева или Кирилла Сорокина. А, кстати говоря, Михаил Дева, который тоже уже едет за этими ребятами, будет тоже пытаться их обогнать. Все-таки тоже очень рядом с ними едет сейчас этот данный пилот. Дев будет пытаться сейчас пройти у нас Константин Лукина, но в то же время Константин Лукин будет пытаться пройти Ярослава Паренюка, и да, это у него получается, и пока что... Ёпта. У нас Ярослав Паренёк пытается пройти у нас Анатолий Свистков. Кстати, он прошел Константина Лукина, но все-таки у Ярослава Паренёка 3 секунды штрафа. Это довольно-таки сильно. Да! Сука, третий! Под наших пилотов, и все-таки Александр Бешан будет что-то делать! Опа! Не то, неужели... Вот это поворот! Нет, нет, скорее всего, на старт-финишной прямой будет пытаться Тимур Зинкевич пройти Александр Мишарин в слепстриме и в зоне ДРС. И из-за этого он пропустил сейчас Александра Мишарина. И будет ли у нас фотофиниш? Будет ли у нас фотофиниш? Сможет пройти Тимур Зинкевич? Да, он это делает! Проходит! Да, все-таки он смог пройти у нас. Какой финиш, какой финиш! И Константин Лукин все-таки на подиум приезжает и обогнал на Романа Грукуна. Видимо, не помню, есть ли у Романа Грукуна штраф или нет, но все-таки Константин Лукин третий. Это было такой борьбой, это было очень огненно от них. Но все-таки Тимур Зинкевич завоевал победу. Александр Мишанин все-таки второй. И все-таки хочется очень сильно поздравить Константина Лукина, который третий. Была борьба между у него, между Ярославом Пареньком, между Михаилом Девой, все-таки Константин Лукин смог завоевать третью позицию.